В среднем вот в России ежегодно 5000 человек нуждаются в пересадке, из них 1000 детей. Мы посмотрели статистические данные по регионам, но из Тюменской области это в среднем плюс-минус 15 человек. 70% из них это взрослые, получается 30% это дети. Но то есть 15 это среднее и даже, возможно, заниженное, потому что эти данные из регистра, то есть и по запросам, по обращениям в центры, и реальное число на самом деле, скорее всего, гораздо выше.